Период пандемии и сезонных заболеваний – они на передовой. Врачи – Виктория Поплавская, рентгенолог, УЗИст Краснодонской больницы. Как оказалось в этой профессии и каково это – работать в условиях сложившейся эпидситуации, узнавали наши коллеги. Виктория Поплавская – первый медик в семье. Окончив Луганский медуниверситет, прошла интернатуру по специальности врач-рентгенолог. В 2017-м получила вторую специальность – ультразвуковая диагностика. Я вообще изначально хотела быть врачом УЗИ. Мне нравилось. А прежде чем стать врачом УЗИ, так как я училась на бюджете, мне нужно было получить первичную специализацию. Из врачей у меня никого, даже нет санитарочки. Я первопроходец в своей профессии. Окончив интернатуру в Краснодонской больнице, осталась работать в родном городе. Сейчас Виктория Поплавская – заведующая отделением рентгена. Ее обязанность – контроль качества снимка, отчеты, статистика. Но до вступления в новую должность молодой медик успела получить большой практический опыт врача-рентгенолога. Мы оцениваем костную структуру, если это касается костей. Четкость, неровность контуров, там какие есть изменения возрастные. По снимку можно даже сказать, какого возраста человек, чем он там, может быть, до этого болел. И очень много можно просто по одному снимочку рассказать. Работа очень ответственная. Заключение рентгенолога позволяет поставить точный диагноз и подобрать дальнейшее лечение. А с началом пандемии работы заметно прибавилось. У нас усиленная работа началась с середины сентября. Вообще подняла журналы и посмотрела, когда у нас в нашем районе появился первый больной с пневмонией. Это было еще 3 июня. 23 сентября начался большой поток. Болезнь коварна. Работать приходилось на опережение. Именно во время бушующей пневмонии от правильно сделанного и описанного снимка зависят жизни людей. Сейчас очень хитрая эта болезнь. Может быть, на снимочках, когда первые дни болезни возникают, есть клинические проявления, слабость, недомогание, потеря обоняния. А уже первые клинические симптомы есть, 2-3 дня. Приходят люди сразу, снимочек надо сделать. Там ничего нет. А проходит еще 3 дня, и у них уже развивается пневмония. На стандартный вопрос врачу, что же самое важное в профессии, Виктория, не задумываясь, отвечает: точность. Ошибаться на такой работе нельзя. Мы, как врачи первичного звена, врачи диагностики, самое главное – поставить правильный диагноз. Это самое важное. От этого зависит половина лечения. 2020 год борьбы с пандемией и пневмонией, а врачи на передовой. Они ежедневно сражаются за будущее, за здоровое будущее своих пациентов. Анна Штейнер, Дарья Аверкина, Антон Коробейников. Специально для Вести регион, Луганск 24.